поблагодарить вас за то, что ваша компания уже не первый год принимает участие в выставке. Скажите, пожалуйста, сколько лет подряд вы принимаете участие? Лет я не понял. Может, я знаю, Омага участвовал все Росупаки. От начала Сокольники, потом она была в другое место, и она была в Ковид-центре, и здесь. Всегда каждый год Омага есть. А почему вы участвуете в выставке? Потому что здесь будет очень много людей. Маленькие фирмы, куда растет на китайское оборудование, потом купит итальянское оборудование. Буквально 2-3 слова. Как вы можете охарактеризовать выставку Росупак? Хорошая выставка только, по-моему, июнь, это чуть-чуть поздно. Почему люди уже думают, каникулы, море, Италия, Испания. Лучше один месяц раньше, по-моему. Потом не знаю. Спасибо большое. Спасибо вам. Все. Спасибо. До свидания.